Олежек сегодня меня отвезет на работу. Олежек сегодня дома. В этом здании я работаю. Олежек меня встречает. Да. Какая романтика. Романтика. Всем доброе утро. Я уже позавтракала. Это я пью кофе. Короче, решила я не есть сладости. Теперь, так сказать, обманываю себя. Кофе с фруктами. Собираюсь на работку. Сегодня пятница, наконец-то пятница. Олежек сегодня меня отвезет на работку. Олежек сегодня дома. Обычно я хожу пешком. Олежек говорит, что я люблю на работу ходить. Не, ну хорошо, что есть у меня работа. Есть, конечно, любимое занятие, есть... Есть нужное. Есть нужное, да, надо зарабатывать. И у кого как получается. Знаешь, что встречается редко, Жанечка? Как вот у меня. Мне нравится моя работа. Фотографа, да? Мне нравится... Больше всего мне нравилось из моих работ, что я делала в жизни, это танцевать с детьми, заниматься танцами и танцевать. Но эта работа тоже мне нравится, что общение, развитие, офисная работа. Ну, это такая. Боже мой. Для многих скучная работа, сидеть там с бумагами, телефоном, то есть, ну, какие-то дела решать, вопросы. Раскушали здание, здесь был ресторан, помнишь? Да, здесь был ресторан. Олежек здесь ходил ужинать. Да. Каждый день. А чего это они его сломали? Ребята, обычно хожу пешком. Я вам показывала, где там поля, природа, все такое. А сегодня покажу немного города. Вот здесь наш Ратхаус. Администрация города. ЗАГС здесь. У нас постоянно какие-то ремонтные работы. У нас постоянно что-то делают. Строечка, строечка. Вот, и с этого места обычно одеваем масочки, потому что уже центр города. Да, ребята, не говорила, нам на работе выдавали бесплатно маски. FFP2, P2. Вот такие. Все. Вот так быстро, за 3 минутки. А я иду пешком где-то минут 20. Я люблю. Почему? Если близко, зачем на машине? Раз-два кардио. Утром, вечером после работы. Утром я быстрее иду. Обычно я выхожу уже попозже. Надо ж успеть. Там... Лучше смотреть, кто-то раздетый. О. Лето наступило. Вот здесь. Вот здесь я была. У врача. Но это я потом буду рассказывать. Здесь Вита дружбанится. Здесь Вита трудится. Работает в этом здании. Здесь много офисных помещений. И мы здесь тоже находимся. Здесь, друзья, у нас вокзал. Железнодорожный вокзал. И метро. У нас есть в городе метро, если что. Городок небольшой. Такой, как в Украине Умань, 100 тысяч населения, но есть метро, представляете? Все, я приехала. Все, пока. Хорошего дня и нам тоже, и всем тоже. Трудитесь. Пока. Здесь даже если на машине на работу приезжать, то вечно нет парковок, это большая проблема. Мои сотрудники вечно ищут, поэтому...
Поэтому лучше пешком, когда рядом работает. У меня сейчас обед. В общем, я не иду домой в это время, я себе гуляю. Вот, беру с собой что-то там поесть и гуляю. В этом здании я работаю. Там, как я сказала, у нас вокзал. Вот, здесь метро. U-Bahn. U-Bahn на немецком метро. Вот. Погодка хорошая, солнышко светит, много детей, все гуляют, родители с детьми. Магазины продолжают оставаться закрытыми, ну, кроме, понятно, что продуктов, косметики, необходимых вещей. Но с 1 марта открываются парикмахерские. Ура! Все наконец-то рады! Я уже буду возвращаться обратно на работу. Погуляла. Привет, Олежек. Привет. Олежек меня встречает. Да. Какая романтика. Романтик. Это типа Олежек сегодня дома, да? И много дел переделал. Да, типа дома. Работал. Фоточки обрабатывал, все такое. Да. Так выходной, надо отдыхать. Во. Слышите, бедные музон? Бедные соседи. Бедные соседи этих. Да. Да. Идем. Отработала. Выходной, ура, пятница, друзья. Всем хороших выходных. Сварю в пятницу. Немножко соус остался, пойдем. Пойдем. Что, будем готовить ужин? Что там его готовить? Раз-два. Раз-два в один голос. Как же без птичек? Недавно здесь, друзья, был снег, а теперь смотрите, весна пришла. Так что наши гуси так и пережили здесь зиму, перезимовали, все нормально, все пучком. Птички поют, весна пришла. Друзья, вот мы так все потихоньку дошли домой. Прогулялись. Мы желаем вам всем хороших выходных. Хороших выходных. У кого нет, просто хорошей субботы и воскресенья. Оставайтесь с нами, оставайтесь на позитиве. Спасибо за просмотр, лайки, всем пока. Комментарии. Пока-пока-пока.